И что же, всем привет, в данное время мы с вами опять же в Хейс, поскольку у меня наконец-то дошли руки, а то я записывал чуть-чуть игры от второго PlayStation, и как бы теперь пришла очередь уже наконец-то пройти игры от третьего PlayStation, и как бы уже будет играть в каши. Писюн! Нет, что-то коротковато. Это тут громковато. Надо бы, извиняюсь, чуть поднастроить. Так, музыка. Так. Давайте вот так вот. И речь мы поставим на двадцаточку. Не радио, наверное, тоже на двадцаточку. Ну, по крайней мере, погода хорошая. Ха! Кек. Так, субтитры не надо. Ну, по... Так, ну вот, все, вроде бы. Да, хочу сохранить изменения. Используй пулемет. Мы должны их остановить. А, вот он где. Это ПГ-шечная бузла. Так, черт, я боюсь, что я тут управление забыл. Да блин! Я даже не могу нормально шмалять, я тут уже все это забыл. Управление. Упс. Мной убит челнор. Ах, ты ж писька. Все, нету, да? Надеюсь, то, чтобы существовать этот ментал не был. А то я сначала уже был за него, а потом уже как бы. Так, ну, давайте. Так, давай. Оп, шмальнул. Убил. Так. Так, вот. Моментов уже практически не осталось, наверное. А, ну хотя я так думаю, то, что ты все так просто цепил. Нам нужна помощь! Кто-нибудь слышит меня? Готовьтесь, мы идем! Так вот. Так вот. Ой. Если я его случайно убил, извиняюсь. Ай, оп, все, подшпандорил к стенке. Не, вот он ты зря так сделал. Потом ты все равно, оказывается, огреб. Так. Да ну ё-моё. Я типа такой умер, тут я типа такой встал. О. Ну больно же. Так, типа я опять умер.
кек. Так, тут надо хилкануть. Мы сможем сделать это вместе. Так, это будет уже сейчас сдохну. Ага, и где эти зенитки? Вон они там где-то. Да не, ну до свидания, ну чё, блин. Вы уже задрали все. И да, мне приходится на вас тратить свои драгоценные патроны. А, ну хоть я играю не в Dead Space, но все равно тут иногда патроны не хватает, особенно в последних уровнях. Да чё ты на меня вопишь-то, шлюха ебаная? Иди нахуй. Ну типа вот, тут мне даже стрелять не нужно. Я же есть ножик. Упс, извините, я случайно. Так, что у нас еще? Типа я даун, да? Ну только это не вспышки, это же эти файеры, или как их там, ё-моё. Спасти трех мирных. Бегать опять же нельзя. Давайте перезарядимся. И пойдем мы дальше. Не, ну вот вот вообще это как будто ствол в землю воткнули. Скорее в деревню! Я не могу найти вход! Тебе надо пройти через желтый автобус! Говори сам за себя, я уже. Так, не, ну типа умер. Посмотрим, что я могу сделать. Но я не умер. Так, и где мирные жители? А, вон. Черт, ну не смог я его спасти. А, я смог. Так, запас оружия. А, черт, ну не повезло, ну не фартануло. Ну что же поделать? Чё-то я на этом повезло фартанул, уже зациклился. Так, ладно. Сейчас вот возьму и нормально зашибарю себе серию. По-нормальному. Черт, уже не получается по-нормальному. Я веду себя как аутист. Так. Успокойся, все хорошо. Помощь я оказал. Я типа такой добрый, там такой сикой. Делись или умри. Не, ну я типа молодец, да? Ой, блин, я случайно. Это взял. Ну, на пушку. Так, ловите гранаты.
Гранаты! Гранаты! Ну я типа умер, но я не умер. Так, я опять типа умер. Так, вызов, то, что у меня был запас гранат. Это уже как бы вообще зашибин зашибенски, вот так далее и тому подобное. Ну зачем мне у него шмалять, когда он уже и так не знает. Так, перезарядиться снова надо сверху, да? Типа сверху. Как тут забраться? Черт, ну одного не спас. Ну не повезло. Так. О, я, кстати, убил его. И он, в кавычках, убил меня. Вон там вот еще ублюдок. Так, этого я тоже спас. О-о-о-о! Еее! Да сам себе вставит. У меня самая офигенская пушка. А ты вообще как телепортировался? Ой, извини. Такое вот. Просто. Так, надо восполнить себе запас оружия. Так, и куда нам идти вообще? Типа сюда? Нет, не сюда. Сюда, что ли? Давайте пойдем сюда. И сюда. Отсюда я вижу танк. Ты можешь что-нибудь сделать? Я скажу тебе, когда доберусь туда. Так, куда он доберется-то там? Там же некуда добираться. Ну и что же танк? Это вообще изи. Тут же не должна быть где-то пушка. Нашел я твой танк. Есть предложение? Это зависит от уровня твоей смелости. Ну, он боялись. Я не могу его просто взорвать. Это тоже может сработать. Ага. Я боюсь то, что придется бежать вон на ту сторону. У меня 308 патронов. Так, вот он идет. Упс. Давайте я вот так вот его расхреначу тогда. Он вполне попасть не может. Так, давайте я тут пока подлечусь, типа умерший.
О. Как мне туда попасть? Успокойся, все хорошо. Так, вот этого давайте надо лихануть. Так, перезаряжайся. Тут танцевал, да? Тогда еще танцую. Так, который Давай. Ближний. Ты мне нужен. Давай, мы справимся. Вставай, солдат. Так. Да ну ё. Ненавижу это дерьмо. Ты дерьмо. Ты дерьмо. А тут фейка, наверное, будет РПГ надо, как фейка. Будет схапать вместо этого. Вместо вот этого вот. О, я был прав. Фейка. Помните, что обещали Берлину? Ну я же хотел вместо вместо вот этого. Ну не повезло, ну не фортануло. Ну с кем не бывает, а? Так вот, в принципе, должно рожу превратить. Должно быть, она за тем круглым зданием. По-моему, я нашел дорогу. Мне нужно попасть за такое круглое здание. Точно, пройди сквозь него. Путь к церкви позади. О. Живее, бойцы! Так. Вот оно. Каждый шаг приближает нас к плащу. Здесь вообще видать за крутость. Я заслужу. Блядь, блядь! Так, ну я поскольку солдат Мэнто, у меня вообще пофиг. Так, давайте попробуем зашатать прокидочку. Ай, ну не получилось. А я получилось. Да сам себе, блин. Все, я спас этого жителя. Вот все, он обосрался. Вот бедный негр. Ага. Хапай прокидочку. Хапай еще одну прокидочку. И хапай еще одну прокидочку. Пришло их время сдохнуть, да? Так, тут меня вообще не заметил. Так, а где кого надо... А, вон, 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 спасибо. Давай, солдат! Так. Из-за тебя умерли многие! Сегодня твой черед! Так, ну на типа умер. Только и не умер. О, давайте потанцуем. Да, типа потанцевали там. Вообще молодец, да.
такой вот вообще кренделечек. Так, ну вот эти бумер. Только я не умер и отомстил за то, что я типа умер. Нужно перезарядиться. Черт, я вот я сейчас не помню. Тут, по-моему, будет волна какая-нибудь. Не бойтесь, парни! Мы сегодня деремся за правое дело! Если и погибать, то только за него! Выходим! Рассредоточиться! Слава богу, ты справился. Сюда идет взвод Ментал. Мы должны удержать этот двор, чтобы на него сел вертолет. Mm-hmm. Вот, возьми эти гранаты. Если спрячешь их в землю у дверей, выйдет отличный сюрприз. Так, ну тут я положил. Теперь еще где положить-то? На где-нибудь вот тут вот обычную грену. Так, оп, теперь. Ну, тут никаких дверей нету. Эй, у нас каждая секунда на счету. Ставь мины на ступеньках, во дворе, где хочешь, только ставь. Ты что-то меня подвинул, ублюдок. Вот они! Так, я вот тут забыл поставить. Да блин. Как говорит Мерино, сегодня Мендель падет! Так вот. Мерино надеется на нас! Здесь куда лучше, чем на АЗС! Упс, меня убили, не успел нажать. Ну не повезло, ну не фартанул. Сейк, надо запомнить, вот там в первую очередь надо класть. Потом уже класть в другом месте, где я положил вот, ну, то, что получилось. Сейчас вот был первый раз. Слава богу, ты справился. Сюда идет взвод Ментал. Мы должны удержать этот двор, чтобы на него сел вертолет. Вот, возьми эти гранаты. Если спрячешь их в землю у дверей, выйдет отличный сюрприз. Так, тут спрятал. Теперь, наверное, надо будет вот тут спрятать одну гранату. А, я так думаю, отображается, где они будут идти вот этим фраерами. Ну, фраерами, я имею в виду. Вот они! Упс. Ну, не повезло. Кстати-ка. Вот сейчас вообще не фартануло. Как бы вот вообще. Слава богу, ты справился. Сюда идет взвод Ментал. Мы должны удержать этот двор, чтобы на него сел вертолет. Вот, возьми эти гранаты. Если спрячешь их в землю у дверей, выйдет отличный сюрприз. Так, теперь по фасту идем туда вот. Тоже закладываем. Да ну ё. Шейк, у нас каждая секунда на счету.
Ставь мины! На ступеньках, во дворе, где хочешь, только ставь! Да ё-моё, все эти всрал. Гранаты. Кроме двух. Что ты на меня смотришь? Чё ты поднял? Вот они! Вот теперь у солдафонов проблема! Так, ну все, они там сами себя перета. Ух ты! Такой цех вижу впервые. Так, не, возьму то, что тут пригодится. Я тебя взорву, Мэтл! А, так вон еще, он оттуда вот идет, да? А, тут два пидора стоят какие-то. Ну и Ксайка где? Надо шевелиться! А, так вот он. Ну... Ух ты, я Ксайка не нажимал. Ксайка клёво так вышло. Повезло, фартануло. Так. Давайте перезарядимся. За нами летит вертолет. Он отвезет нас к обсерватории, где все и закончится. Что тут не все так просто. Пошли. Да. Чувствую, тут не все так просто. Особенно по вот этой вот. Что-то я даже не слышу, что он говорит. Конечно, извини, но у меня есть РПГ. Ты не зря я взял тогда. Вот такого вот. Вот такого вот и... Да ну ее! Да почему не самоцелятся? Ну ж должно. Так, выползай сюда. Ну да, ушел. И что? Пройдем через мост. Пошли. О, люди. Я так чувствую то, что это уже все. Это. Сейчас
наверное, уже будет все. То, что это уже, наверное, я близко уже к концу игры подхожу. Вот, и как бы уже, я так думаю, скоро все. Хейс закончится, ибо... Так, ну и что же, я так думаю, вот на вот этой вот ноте, вот с этой вот, походу, ракета фигней мы будем заканчивать, у которой еще тут шипы. Но, да, я действительно буду уже заканчивать, а то просто уже, я так думаю, серия затянулась, я таймер опять забыл поставить. И что же, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, всем удачи и всем пока. Надеюсь, вы действительно смотрите мое видео, а то как бы страдать фигней и просто так записывать у меня вообще никакого торта даже нету по жизни. Ну и что же, всем пока.